Хорошо. Все. Очень вас Светлана, Сара, Светлана Рощевская, очень рада вас видеть. Мы за вас молились. Да. Бабушка, мы все семьи молились и просили, чтобы все было хорошо. Мы благодарны Богу, что сегодня мы можем с вами провести этот урок. Все. Я тоже очень вам благодарна. Я чувствовала эту силу, потому что действительно мы прошли, как, ну, были проблемы, да, не было все как бы благополучно, но, в общем-то, действительно происходило очень много чудесных вещей, абсолютно. Я чувствовала, как за меня молятся, и, думаю, только благодаря этой молитве мы смогли пробиться, да, потому что препятствия были огромные, просто со всех сторон были огромные препятствия. Вот, и только как бы вот эта сила Всевышнего, которая нас вела, нам помогала реально очень сильно, потому что сопротивление злых сил было огромное, просто огромное. Вот, ну, говорится, Барух Ашем, да, слава Богу, все, я уже на свободе, я с вами, и все у нас будет хорошо, все у нас будет хорошо. Светлана Вишневская, если вы позволите, можно я вас поздравлю с стихотворением? Да, конечно. Да, спасибо. Береженного Бог бережет. Берегитесь гордыни и лести. Пусть не сгубит вас голый расчет. Не теряйте достоинства, чести, равнодушия, бойтесь и зла. Пусть любовь с вами будет и вера, чтоб надежда по жизни вела, чтоб души не убила карьера. Не собьет пусть дороги кумир, не затмит ваших душах святого, да пребудет в сердцах ваших мир, да хранит вас любовь, судьба от плохого. Ой, спасибо, Абрам. Это прекрасное стихотворение. А кто его написал? Кто написал стихотворение? Я точно не знаю, да? Просто там, да. Ну, я хотела вам... Да. Я немножко не тот рассказала, я просто забылась, но... Я хотела вам немножко другое рассказать, но я готовилась. Ну, что, потом, если что, вспомнишь. А. Да, если надо, вспомнишь. Вот, ну, очень приятно, да, такое после всех вот этих переживаний, да, просто бальзам на душу с вами встречаться, с вами проводить занятия. Все чудесно, да. Чудесно, я думаю, со временем все наши занятия уже станут регулярными, да, ничто нам уже не будет мешают, да, никакие обстоятельства, да. И мы будем уже встречаться на регулярной основе, все приятно, что занятия есть, да, и будут ходить, думаю, все будет прекрасно, да, но сейчас, как говорится, такие вот вещи нам уже мешают, неприятные, да, но нужно быть выше и сильнее всего, да? Потому что Всевышний с нами, его сила с нами, его суд, его справедливость, да, его сила, и нужно за этим идти, да. Потому что молитва Всевышний – это не только, да, любовь и гладить по головке, но и умение отстаивать свои права, умение отстаивать свои границы, да, не давать себя, обижать. Вот. И, как говорится, немножко, это тоже как бы от Всевышнего, ничего плохого и зазорного в этом нет. Да? Хорошо, да. Тогда мы сегодня, я хотела вам показать две интересные вещи. Первое, вы помните, мы изучали последние главы, да, недельные, были посвящены жертвоприношениям. И вот там были разные типы жертвоприношений. И, конечно, уже много-много лет, даже почти около 2000 лет нет храма, да. И уже сложно сказать, как это жертвоприношение выглядело, хотя есть описание, да, жертвоприношений. Вот. Но есть очень-очень... О, Васенька пришел, сейчас мы его запустим. Вот, что-то видно, у Миши не получается зайти. Ну ничего, если у кого не получается, потом записи посмотрите. Вот, и вот так вот. Шалом, Вася еще не зашел. Так, сейчас Вася зайдет, поздороваемся с ним. Так, Вася зашел. Шалом, Вася. Так, я здесь, я жива, здорова, благодаря вашим молитвам. Да? Спасибо вам огромное, действительно чувствовалось. Вот. И в Израиле живет народ такой, потомки самарян. Да? Вы, наверное, слышали о таком народе, читали в Танахе, что есть такие самаряне, самаритяне их называют. Да, о, вот тут Миша появился, Миша. Так, запускаем. И они, ну,
очень маленький народ. Они до сих пор тоже живут в Израиле. Да? Шалом, Миша. Так, Мишенька, шалом. Рада всех вас видеть. Спасибо за молитву. Прибыла я в Запорожье, на большую землю. Из окружения, из оккупации вырвалась. С жуткими приключениями. Вот, надеюсь, что они уже все закончились. Да? Так вот, хорошо. И у них осталось вот это вот такое жертвоприношение, которое было когда-то. И я удостоилась, это было, правда, лет 10 назад, присутствовать на Пасхе самаритян в Израиле. Нас специально возили. И у меня есть видео, которое я записала, это мои видео, да, я вам покажу мои фотографии, которые я это делала, как именно могли и выглядели вот эти жертвоприношения в храме, да? Когда вот овечек, да, резали, сжигали, вот, ну, как бы не совсем приятное зрелище, но там нет каких-то жутких фотографий, да, что повлияло на вашу психику. Поэтому, думаю, будет интересно вам посмотреть, что там даже дети, когда самаритянская Пасха, видите на фотографиях, даже дети принимают в этом участие. Абсолютно, да? Вот. И вот я вам сейчас сначала покажу презентацию, а потом есть такие ролики, я записывала на видео, да? И мы их тоже посмотрим, да? Чтобы вы немножко представляли, как это могло быть и как это выглядит. Да, и, скорее всего, оно так и было. Потому что знаем, что традиция очень сильно сохраняется. Шалом всем. Я привет из Запорожья. Я жива-здорова. Вот, благодарю всех за молитву. Вырвалась я из оккупации. Да? И на будущей неделе уже буду двигаться к вам. И, может быть, на следующие выходные уже вживую встретимся. Да? Если Бейтрат Хашем, если я очень... Да? Я очень хочу встретиться с вами вживую. Я тоже за всеми вами скучаю, мои золотые. Светуля появилась. Скучаю за всеми вами, мои драгоценные, и жду этой встречи с нетерпением. Абсолютно. Да? Вот. Я, может быть, благодаря вашим молитвам оттуда. Это ужас был просто. Просто ужас. Так, кто там к нам присоединился? Шалом! 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 Всех рада видеть! Шалом! Шалом, я привет из Запорожья. Вчера вечером прибыла. Ой, что было. Вот. Ну, на следующей неделе собираемся к вам уже. Будем ехать вместе с машиной, вместе со знакомыми. Бейтрат Хашем, да? Блин, Эдер. Вот, будем ехать. Может быть, уже на следующие выходные увидимся и вживую встретимся. Все будет согласно его воле, да? Ой, благодарю за молитвы, потому что очень был тяжелый уже выезд. Когда... Да, слушай, Стэр. Да. Уже когда с нами встретимся, уже не нужны нам будут видеоурок, уже будем все вместе уже. Да, уже сделаем вживую, да. Я с вами побуду немного, ну, не, может быть, не очень долго, да, чтобы мне надоедать. Хорошо, прошу прощения. Я не одна тут, да? Сейчас, минуточку. Вот, вот так вот. Угу. Так, я в гостях, поэтому нужно себя тоже в гостях вести чуть тише. Вот такие вот дела. Так, хорошо. Отлично. Так, ну продолжаем. Да? Как я говорила, я хотела с вами сегодня поговорить о двух вещах. Поговорить о теме жертвоприношений и показать, как когда-то во времена второго храма, да, особенно выглядели жертвоприношения. Я когда-то была в Израиле на Пасхе самарян. У меня есть много фотографий моих, есть видеоролики. И вот они на Пасху делают именно в таком виде, в котором было когда-то. Они режут овечек, сжигают их, и именно эти же приношения в том виде, которые были когда-то. Да? Вот так это выглядит. Так, и потом мы поговорим о кашруте. Это то, что я готовила на прошлый раз. Да? Ну, нам отключили интернет. Вот совершенно неожиданно в субботу, и у нас не получилось встретиться. Но тема кашрута очень важная. Мы с Равом вчера поговорили и решили, что ну, это важно, да, об этом поговорить. И, ну, и потом мы перейдем в следующий раз уже к нашей недельной главе. Сегодня поговорим именно о жертвоприношениях и о кашруте. Сейчас я вам покажу презентацию, да, из тех фотографий и объясню, как это выглядело.
Вот. И потом у меня там есть ролики, да, которые я записала. Тоже краткие ролики. Увидим, думаю, вам будет интересно. И потом поговорим о том, что кошерно, что не кошерно, что такое кашрут, да, какие продукты кошерные, не кошерные. Вот, какие есть даже уровни соблюдения кашрута, они разные. Да, и как соблюдать кашрут в таковых условиях, это тоже я вам все расскажу. Да, потому что есть, например, условия путешествия, когда мы не дома, да, когда мы в такой ситуации, где нет кошерной пищи, да, что делать. Ну, сегодня об этом поговорим. Да? Так, хорошо, все, отлично. Так, сейчас я включаю экран. Так, минуточку. И покажу вам презентацию. Так. Я прошу прощения, я немножко задержалась. У меня чего-то капризничал скайп, но после путешествия всегда компьютер себя ведет достаточно капризно. Да. А приехала я вчера достаточно поздно, поэтому не успел разогреться. Так, видите, да, это PDF? Да. Видите, это, вот еще люди подходят. Ну, молодцы, все собрались, несмотря на такие вот условия, да. Экстремальные, отлично, да. Все, так, хорошо. Это когда мы приехали в Самарию, да, в Самарию, на гору Горизим. Они там до сих пор, самаритяне, у них там святилище. Когда-то там был храм, который был по значимости назначен Иерусалимом. И они там до сих пор есть, культ. Да? Шалом, всех приветствую. Это я, жива, здорова. Вашими молитвами спасибо, я в Запорожье. В гостях, поэтому стараюсь потише, вот, чтобы не мешать другим. Вот. И это вот, еще на фасаде. О, сколько нас много сегодня. Молодцы какие, да? Все собрались. Вот. И тут это вот, видите, помните, я вам вам не показывала, взрослым показывала старинное письмо, да, как раньше когда-то писались буквы еврейские. Да? Самаритяне до сих пор пользуются этим письмом. И вот мы приехали тогда днем, это была специально организованная поездка. Ира не может пройти, сейчас. Так, окей. И началась подготовка к Пасхе, да, к пасхальному жертвоприношению. В этот ров стекает кровь жертвенных животных. Да? Вот они все в белом были, и все мужчины взрослые, все мальчики тоже, да. И вот они готовились и разделывали вот эти вот туши, да, вот так вот. Да? Видите, готовился огонь, потом мы видим, как везут барашков. Вот. Окей. Да, вот такие барашки были живые. Потом их, вот бедные барашки, мы видим, да. Вот, и вот даже мальчики в этом участвуют, да. Для психики плохо, но дети участвуют тоже, да, в этом вот разделывании жертвенного барашка. Все в белом одеты. И потом вот в таких огромных ямах это все сжигается. Вот так когда-то выглядело жертвоприношение в Иерусалимском храме. То, что вы видите, да? Вот это вот они, взрослые мужчины, так одеты. Вот, видите, кровь стекает с этих туш, да, разделанных в этот вот как... Сделали канавку такую, да, камнями выложили. Ну, там просто на трибуне сидят зрители, люди, которые это смотрят. Вот. А вот это я там была. Жуткий стоит запах, потому что это все сжигается. Я потом отмывалась дня два. В волосах, в одежде это все было. Вот так вот. И вот это вот сжигается, да, вот. Это уже к теме кашрута пойдет, да. Вот, сейчас я тогда попробую вам, закрываю презентацию и показываю вам видео. Так, именно тоже связано с этим. Так, да, все зашли у меня, молодцы. Сейчас посмотрим те ролики, которые я
Так, там снимала. Так, вот оно. Будем делиться на экран. Сейчас он грузится, да? Вам видно видео? О, еще народ подтянулся. У кого открыт? У кого открыт? А, Эстер, скажите, видно, что грузится? Грузится, да. Видно, да? Вот, смотрите. Вот это вот такая яма, да, там вот этот огонь разжигают. Угу. Так, и это потом я вам еще следующий, да, дам. Так, опля, прикрываю. И пойдет сейчас следующий ролик. Так, окей. Так. Тут будет такое разделывание туш. Вот, ну, прошу прощения, может быть, неприятно немножко, да? Сейчас. Вот эти дети там тоже принимают в этом участие, да? Да. И девочки, видите, ходят, и мальчики. Так, это еще один, потом будет еще один ролик. Так, окей. К сожалению, не было времени тут сделать, чтобы они шли один за другим. Да, но я думаю, вам интересно все равно. Да, так, начальная молитва. Так. Видите, ведут баранов, да, жертвы? Вот так вот тоже их в храме тащили. Можете представить, вот так вот тоже в храме, да, было в Сергинском? Вот они пели вместе, молились. Так, это еще не конец, это будет следующее. Так,
Интересно вам? Да, да, можно да. Представить себе, что Тору читаем, там, да. Там рассказывается про жертвоприношение, и можно хотя бы представить себе, как это уже... Да, интересно. Да, это же интересно. Ну, мало ли, может, вам скучно, да? Поэтому да. Я вас спрашиваю. Потому что мне-то, конечно, интересно, но не всегда всем все интересно, да? Но лучше вас не томить, если что. Так, сейчас минутку. Давайте сначала, наверное, просто. Это вот там происходит ритуал, да, но мы его, к сожалению, нельзя видеть, только так, как с краешку. Потому что, ну, это ритуал для самарян, да? Туристы особо не могут это видеть. Да, ты накатаешься. Хорошо, и теперь сейчас и еще так, вот это вот уже после жертвоприношения, что происходит, да, уже еще пару роликов и все. Да. Это уже поздно вечером, как вы видите, да? Вот видите, уже принесли в жертву этих животных, их разделывают. И так разрезают и будут сейчас сжигать. Давайте, может быть, еще раз сначала, да, я мотаю. Вот так вот. Так, окей, хорошо. И последнее, да, в конце, что там было? Угу. Так, видно вам, да? Да, да, видно. Да. Видно. Видно. Молодцы. Вот это так в конце, да? Все, конец. Видно. Да, видите, уже льется кровь. Я может еще раз посмотрю. Да? Нет, это не хочет нам больше. Ну, посмотрели, да? Все в порядке. Так, окей. Угу. Хорошо. Ну, вот так вот выглядели эти жертвоприношения. Да, чтобы более-менее, когда читаете о них, представляли, что это такое, да? Что это? Когда было жертвоприношение, сжигалось все, когда частично, да, что ели, что не ели. Вот примерно это вот так вот и выглядело, да, чуть-чуть как вот здесь вот мы видели. Так, ну не слишком красиво, не слишком эстетично, да, очень, ну так было. Не знаю, но как... интересно. Но интересно. Как может, когда храм восстановится, будет как-то по-другому, да, но вот было так. Вот. И вот у этих вот самарян, самаритан это все сохранилось, да, в таком виде, в котором оно было. Хорошо, а теперь мы поговорим о законах кашрута. Да. Кто мне скажет, что означает слово кашер, либо слово кашрут? Вы, наверное, его слышали, да? Ну, как я думаю, кашрут – это то, что, например, что кашерное, что можно есть, что чистое, что нечистое. Да, молодцы. Вот. Ну, очень часто, да, кашер, да, первая ассоциация – это в отношении пищи, да, в отношении пищи. Но слово кашер вообще более широкого значения. Кашер это переводится как подходящий, соответствующий. Да?
И, то есть то, что подходит, ну, прежде всего, евреям, да, но потом всем, кто соблюдает заповеди, соблюдает мицву. То есть есть вещи, которые подходят таким людям, а есть вещи, которые таким людям не подходят. Да? И они касаются, прежде всего, еды, да, есть пищевые ограничения. Ну, и как потом, вы помните, когда мы говорили о скромности, о цниюте, есть тоже кошерная и некошерная одежда, да. Потом тоже мы читали, может, к этому вернемся, что в одежде в кошерной запрещается смешивание двух разных волокон. Да? Например, шерсть нельзя смешивать там с вном, вот, и там вот, и поэтому там даже надо проверять, да, чтобы не было этой смеси. Вот это тоже как бы одежда считается некошерной. Да? Потом, соответственно, тоже если там какой-то фасон одежды может быть некошерный, например, чересчур открытый, не юбка, да, то есть то, что не подходит, не соответствует. И точно так же с многими другими вещами, может быть, что-то кошерное, либо некошерное. Ну, прежде всего, речь идет о пище, да, и вот как раз речь шла, что есть животные чистые, да, есть животные нечистые. Кто мне скажет, какой вот пример чистого животного, пример нечистого животного? Можно я? Да-да-да, слушаю тебя. Ну, разделяю чистых, нечистых животных тем, что чистые животные, что можно есть, они отрыгивают жвачку, и у них раздвоены копыта и углубленный разрез. А вот. Есть нечистые животные, у которых, например, есть разрез, да, как например, свинья, или наоборот, что жуют жвачку, но разреза на копытах нет, как верблюд. Да. Да. И знаем, что не евреи, да, народы другие, они, мы знаем, что, например, в Саудовской Аравии едят мясо верблюда. Да? Например, азиатские страны, некоторые едят летучих мышей. Да? Зачем потом была за этим ковидом, была спекуляция, что кто-то там съел какую-то летучую мышь, да, с базара. Вот. А у них, да, есть эти. Но для евреев это все не подходит, оно не кошерно. Почему? Потому что это отравляет организм. Это не только как бы то, что ну, Всевышний это запретил, да, и мы подчиняемся, это религиозный смысл. Но Всевышний прежде всего заботится тоже о нашем физическом. И оно тоже очень важно, забота о своем физическом здоровье. И для нашего физического здоровья очень важно, что мы кушаем, да, что мы в себя отправляем. Потому что из этого потом тоже формируются все вот эти вот внутренние, да, жидкости, внутренний обмен веществ очень сильно влияет. Поэтому говорят, то, что ты кушаешь, да. Вот. Это очень важно следить за едой. Например, я в Италии, итальянцы вообще очень-очень к этому относятся, к тому, что кушают, и в этом плане они правы. Вот. И, например, свиное мясо, оно само по себе очень токсично. Свиньи – это единственное животное, у которых вредные вещества скапливаются в мясе, особенно в сале, который в море. Украинцы любят кушать сало. Но оно очень вредное. Да? Молодцы. Не, можете играть. Главное, слушайте, да? А играть можете правильно, если вы не мешаете. И поэтому Всевышний заботится, да, о нашем здоровье и запрещает нам всякую гадость на пиру. Да? Вот эта всякая гадость, прежде всего, это свинина. Она очень вредная. Это очень вредное мясо свинина. И очень вредное сало. Вот. Это объективно оно вредно, не то, что там, да, вот захотелось себе, что не взяло, да, нет. Точно так же, например, еврею запрещается кушать морепродукты, да, креветки разные, мидии. Почему? Вот говорят, ну, а вот они вкусные. Во-первых, море креветки мидии, они мусорщики, они кушают в море всякий мусор, всякую гадость, да, занимаются. Вот, и мы, если кушаем, мы тоже как бы кушаем мусор, если мы кушаем. Поэтому есть глубокий смысл во всех этих запретах. Да? Вот. И если там покопаться, да, там что-то не так с верблюдом, там что-то не так с кроликом. Да? Крольчатинку мы не можем кушать, да, которая бы там была вкусная. Нельзя. Поэтому вот, что-то там есть, да, что может навредить нашему здоровью. Поэтому это все как бы не просто так, это глубокий
смысл и огромная польза. Кроме того, как вы знаете, в Израиле там очень жарко. Там очень жарко. И я когда там жила, ну просто вообще там мясо не хочется кушать из-за жары. Там больше тянет что-то очень легкое. Вот. И, так сказать, Всевышний тоже учитывал это обстоятельство и сказал, ничего тяжелого не кушать. Да? Вот потом не было проблем со здоровьем. Вот. И знаем, что продукты, да, кроме там, кошерных и некошерных, еще делятся, есть разделение на мясное и молочное. Да? Мясное и молочное. И кто мне скажет, можем мы кушать вместе мясное и молочное? Вот, может быть, кроме Эстерыча кто-то мне что-то расскажет. А? А ну-ка. Заметили, что не кушаем вместе мясное и молочное? Почему? Это тоже очень вредно для здоровья. Начинается брожение желудки, да, тоже. Просто так не было то, что вот нельзя и все. Есть там заповедь, не вари козленка молочного, да. На основании этого разделяем мясное и молочное. Но вообще это очень вредно для здоровья. И лучше мясное и молочное вместе не кушать. В разных еврейских традициях есть разные, да, порядки, как можно сочетать, ну, возможно, как бы... Ну, сочетать, может быть, плохое слово, да, как можно кушать мясное и молочное, да, как их разделять. А, например, в нашей традиции, да, в украинской у нас немножко более жестко, да, мы знаем, что мы можем через, если кушаем молочное, через 3 часа, да, кушать мясное, выдержать необходимо, желательно почистить зубки, да, или прополоскать рот, чтобы там не было никаких остатков. И если мы покушали мясо, мы должны 6 часов ждать, да, чтобы скушать молочное. Вот. Обычно, например, ну, в Израиле тоже этого придерживается. И обычно в Израиле на завтрак едят молочное, да, рыбу можно есть тоже с молочным, а на обед едят мясное. В Италии там немножко по-другому. Там даже в некоторых традициях более мягко. Можно, например, сначала съесть молочное, пополоскать рот, почистить зубы и даже сразу есть мясное, да? Вот. Либо полчаса только подождать. Час. Потому что тогда и живот будет, начнет болеть. Да, будет пучить живот, правильно. Ну, несовместимые, это несовместимые продукты, да, сейчас это модно, потому что сейчас это несовместимые продукты. То есть во всем этом глубокая логика. Многие люди приходят сами к этому, да. Есть очень много неевреев, которые соблюдают кашу. Для здоровья соблюдают. Да? Ходят в кошерные рестораны, например, и соблюдают и разделяют мясное и молочное, и не едят тоже свинину и морепродукты. Потому что это имеет под себе, несет в себе глубочайший смысл. Просто, да? Какие-то религиозные предписания непонятные. И поэтому вот связано с мясным молочным. Но опять же, что связано с молоком, да? Мы не так, чтобы вот пошли, да, в супермаркет, купили молоко и его можем пить. Опять же, есть как бы разные уровни, да, кашрута. В нашей традиции даже можно так. Если ситуация такая, что нет кошерных продуктов, да, и нет возможности никак их где-то достать, всякие бывающие ситуации, да, тогда даже разрешается есть некошерные. Вплоть до того, что если человек умирает с голода, да, а есть только свинина или только сало, даже, но это опять же, если человек уже все, умирает с голода, ничего другого нет, да, не нужно. Вот. То есть можно. Ради спасения жизни, как мы знаем, отменяется мицва, да, меняется любая мицва. Вот. Но это опять же, это, как мне как рассказывали в Польше, во время Второй мировой войны был голод, и поляки там послали только сало, сбивали из свинину, ели, потому что, чтобы жить, вот так. Так, конечно, в том случае. Вот точно так же с молоком, да, желательно, если есть возможность, называется молоко так называемое халав Израиль, да, то, что, опять же, кошерное молоко. А какое молоко кошерное, да?
Молоко это, ну, в Израиле, понятно, проще. Там коровы, да, в кибуцах, они следят определенное, да, и оно само по себе кошерное. Вот. А в наших условиях очень часто как бы нет гарантии, что в этом молоке нет каких-то примесей. Да? Бывает, что, например, смазывают там в имя коровки салом, да, спирным, вот так вот. Потом молочко там через это сало проходит, соприкасается, оно уже не кошерное, да, абсолютно. Поэтому тут необходимо быть точно уверенным, да, что там никаких примесей не было, не кошерных. Вот. И очень иногда бывают ситуации, когда как бы даже раввин за этим надзирает, либо кто-то из знающих там, евреев надзирает, смотрит и дает гарантию, что это молоко без примеси, оно полностью кошерное. Халав Израиль. Халав – это молоко. Да? Халав Израиль. Так это выглядит. Так. И ну, у нас как бы в Украине при синагогах можно, да, купить, если в магазины, можно заказать, купить кошерные продукты. Вот, но в основном это тоже связано с молоком, также с мясом. Да? Опять же, даже если мы пойдем в супермаркет, купим курочку, да, она, в принципе, не кошерная. Да, можно есть, да, это не так страшно, потому что, опять же, не всегда есть возможность купить кошерное мясо, да, а кто-то любит мясо кушать, вот, и тогда есть такое понятие, как кошерный стиль, кошер стайл на английском, и просто как бы такой вот легкий путь, да, соблюдения. Кашрута, когда как бы, не кушаем свинину, не кушаем морепродукты, да, не сочетаем мясное и молочное, ну, вернее, как бы употребляем, но с теми промежутками, которые предписаны, а все остальное кушаем. Да, все остальное кушаем. И это вот кошер, называется кошерности, да, питания. Оно допускается. Но, ну, или опять же, у нас нет понятия какого-то страшного смертельного греха, да, все смотрится по обстоятельствам, чтобы было во благо человеку, чтобы было полезно для его здоровья. Вот ни в коем случае там себя не морить голодом, да, если, например, нет возможности съесть кошерное. Вот так вот. То есть можно как бы тогда себе попустить и разрешить. Вот. И потому что кошерное мясо, да, это тоже должен быть определенного рода соблюдены условия. Прежде всего, это животное, да, либо птичка, они должны быть зарезаны кошерным образом, да, это называется шхита. И вы знаете, что в больших общинах есть человек, который называется шойхет, да. Мясник, резчик, по сути дела, который владеет вот этим способом кошерного убоя животных. Вот, в чем он от обычного, да, убоя отличается? Отличается тем, что животные, ну, так, их режут совершенно безболезненно, да, он почти не чувствует. Боль, страдания животного таким образом, не, если причиняется, то абсолютно минимально, да. Животное не страдает. И почему? Потому что когда животное, ну, естественно, смерть – это для всех трагедия, и животное тоже переживает, и выбрасывается в мясо токсины очень сильные, да. Вот, когда животное страдает и переживает свою смерть, это мясо тоже несет в себе вот этот негатив, да, эту смерть, по сути дела. Когда вот оно таким образом кошерным расстается жизнью, то есть этого негатива практически нет, да, это чистое мясо. Плюс должна быть выпущена кровь, да, как мы знаем. Кровь нам нельзя кушать. В таком случае из кровяной колбаски нельзя, да, как бы нам ее не хотелось, какая бы она ни была свежая. Вот. И вот так это все выглядит. Да? И, соответственно, шойхы, да, выпускают всю кровь. Потому что, опять же, есть запрет, да, потребления крови, что в крови находится жизнь. Да? И ну, как бы жизнь этого животного возвращается в землю. И мясо такое светлое становится по цвету, немножко другим. И еще его для того, чтобы избавиться от остатков крови, вымачивают в соляном растворе. Но очень долго могут вымачивать, потом это мясо достаточно соленое. Да? Ну, опять же,
все соблюдаем по возможности. Есть возможность так строго, да, соблюдать. Слава Богу, Барух Хашем. Нет, уже стараемся максимально приблизиться, но опять же, кушать надо, да, себя обижать не надо. Вот. Ну, кошерное мясо, опять же, можно купить в кошерных магазинах. Опять же, не везде они есть, не везде это мясо по цене доступно, потому что оно обычно чуть дороже. Обычно, хотя по-разному. Например, в Днепре в кошерном магазине кошерная курятина стоит столько же, сколько обычная. Вот абсолютно. Никакой разницы по цене нет. И вино кошерное, ну, чуть-чуть дороже обычного вина. Вот. Но это как, где, кто, как организует. Вот обычно кошерные продукты всегда чуть дороже. Да? Ну, для вас пока актуально, родители покупают. Вот, но тоже как бы на будущее вырастите, чтобы знали, что и как. То же самое касается хлеба. То есть, опять же, не каждый хлеб кошерный. Вот если мы там пошли, да, в супермаркет, купили хлеб. Вот. Ну, понятно, изначально он как бы кошерен, но иногда в хлеб могут добавлять смалец, вино, да? Это нужно смотреть, из чего он состоит, как он испечен, даже если кошер ставится. Да? Вот. Но опять же, кошерный хлеб, дается гарантия, что там ничего не добавлялось. Особенно опасен хлеб, который уже порезан. Порезан, потому что иногда при резке тоже ножи смазываются смальцем. Если мы просто берем хлеб, как бы непонятно. Вот. Поэтому, например, в Израиле, ну, в Израиле понятно, в Европе очень часто есть кошерные пекарни. Там, где действительно гарантия, что все это кошерно, и все там соблюдено, и нет никаких запрещенных добавок. Вот. Ну, у нас просто надо смотреть, из чего, да, хлеб выпекается. Вот. Ну, или печь сами, да, очень часто. С халами мы так и делаем, печем сами. Да, это вкусные, пышные. Опять же, бывают разные ситуации, мы там в путешествии, да, и не всегда есть возможность, либо поломалась духовка, да, и тут уже надо как-то по-другому это решать, все эти проблемы. Вот видите, ну, как бы много тут, да, много разных предписаний, много разных тонкостей, вот. Ну, и опять же, есть в том числе большая свобода, да, употребление этого всего. И есть такие продукты, которые называются парве, да. Парве, они нейтральные. Парве нейтральные. Кто знает, что относится к таким продуктам, которые не мясные и не молочные? Не знаю, да? Сейчас я вам расскажу. Парве – это, например, яйца. Да? Они могут сочетаться и с мясными, и с молочными продуктами. Крупы самые разные, овощи, фрукты, да? И поэтому как бы их даже можно покупать в магазинах, то есть там нет требования такого строгого, что там кошерные. Ну, желательно, да, есть тоже список кошерных продуктов, которые можно купить в магазине, но в принципе там нет уже таких строгих требований. Да. А еще забыла вам рассказать за рыбу. Да. Тоже не каждая рыба кошерна. Кошерна только... Да, слушаю тебя, говори. Мы когда читали Тору, то мы прочитали, что рыба кошерная, что имеется чешуя и есть у нее плавники. Да. А остальная рыба нечистая, она для вас. Да. Помните, что очень часто вот, любят есть такая рыба, где не всегда есть чешуя, да, плавники, вот такая рыба не кошерная, да, например, угорь. Да? Угорь абсолютно не кошерен, хотя как бы считается такой очень хорошей рыбой. Но опять же, для еврея это такая рыба не кошерна. Вот. Обязательное условие чешуя и плавники. Вот так вот. Ну, сейчас как бы есть интернет, да. Если мы сомневаемся, всегда можно посмотреть в интернете. Есть список кошерных, некошерных рыб, да. И если есть какие-то сомнения, бывает, ну, как бы советуют, не советуют покупать разделанную рыбу, да, в которой не видны чешуя и плавники. Вот. Ну, иногда бывает, что покупаем. Например, точно знаем, что это рыба кошерная. Да? Вот. И не всегда есть возможность купить целую там свежую рыбу. Да? Не всегда ее продают. Вот. Поэтому тут как бы тоже, видите, целая наука. Ну, и кто-то соблюдает более жестко, кто-то более мягко. Да? Ну, и в этом как бы тоже вся свобода и вся красота, да, нашей традиции.
котел. Это вот так вот выглядит. Вот, все отлично. Нет каких-то штук. Все, да, только так, а иначе умирай с голода. Ну, кушать надо всем хорошо, да, дети. Вот, мама, папа вас кормят, нужно все это кушать, да, чтобы выросли большие, красивые, здоровые, да, и крепенькие, чтобы выросли. Потому что для службы нужно иметь силы физические, да. Вот, чтобы иметь силы, надо хорошо кушать. Вот так вот, да. Так, ну, мы немножко позже начали, но вообще-то мы уже там практически исчерпали. Да? Ну, по-моему, это уже все. Так, тогда давайте, смотрите. Домашнее задание вам будет такое. Я вам, помните, задавала в прошлый раз, может, был Пурим, да, и вы хотели сделать такой свиток Эстер. Сделали или не получилось? Да, давайте, кто сделал, покажите мне. Да, вот, давай. Да, у вас такое красивое. Да? Да? Не, ну там кто был, кто не был, да, кто... А, на тому лекцію та ми не могли появитися, і я не знайдемо свиток. Нічого, знайдеш, потім покажеш. Це не страшно, да? Ну ти що ви зробили? А ми забули зробити. Ну забули, ні, нічого. Потім ще зробити, бо це на останній курін, от потім ще зробити. Все добре. Так, головне, що ви хотіли. Також навіть наше бажання, то там бачать. Це дуже, дуже важливо. Дуже важливо, що мати бажання в серці. Так? Ну, але не завжди виходить, що можемо. Я зробила свиток. Супер, супер. Дуже, дуже красиво. Ну, молодці. Ви взагалі у мене молодці всі, так? Да? Вот, и все чудесно делается. Хорошо. Теперь давайте мы... домашнее задание следующее. Нарисуйте мне три кошерных, три чистых и три нечистых животных. Да? Потом нарисуйте кошерных. Да, да, запишите. Три чистых, три нечистых животных, да? Рыбку одну кошерную, другую некошерную, да, и три продукта парве, да, запомнили или еще раз? Три животных чистых, три нечистых, я потом запишу в чате родителей, да, три животных чистых, три нечистых, одну рыбку кошерную, другую некошерную, да, чтобы различить, супер, супер, классно, классно. Вот. И три продукта, которые парве. Да? Что относится к этому парве? А, еще забыла рассказать, что на кухне, да, всегда мы разделяем мясную и молочную, как бы, посуду. Даже в разных, вот, есть кастрюльки специально для молочного, есть кастрюльки специально для мясного. Даже в некоторых еврейских домах есть две раковины. В одной раковине мясное, в другой молочное. Мы немножко устали, сейчас заканчиваем. В одной раковине мясное, в другой молочное. Да, вот так вот это выглядит. Вот таким образом. Вот. Но если нет, раковина одна, просто ставится таз. Но посуда, до вилок, до ложек, до ножей, она разделена. Мясное, молочное, иногда рыбное, иногда для порвы отдельное все это делают. Да? Потому что вот тоже очень часто что-то. Так, хорошо. Все, молодцы, уже вижу, хорошо поработали, устали уже, да, будем тогда чуть-чуть пораньше мы закончим, да, вот, потому что тему мы уже рассказали, да, исчерпали. Какие-то вопросы у вас есть? Все вам понятно? Да, все понятно. Ну, молодцы, все, тогда все будет хорошо, я жду вас через неделю тоже, да.
Тара Светлана Рощанская, спасибо вам за этот прекрасный урок. Вам тоже спасибо, что вы пришли. Что вы... Очень благодарим. Спасибо, что вы так внимательно слушали, да, вот, что вы так меня поддерживаете. Это очень ценно. Огромное вам спасибо. Да. Спасибо за замечательный урок. И вот спасибо вам тоже. Ну, что там, да, человек прямо в конце пишет. Мы уже заканчиваем все. Всех вас приветствую, мои дорогие, несмотря на то, когда вы пришли, да. Вот. Ну, заканчиваем уже, да. Немножко чуть не пораньше сегодня закончили. Все. Всего вам хорошего и до свидания. Литраут. Да. Так, ну, мы тогда до свидания, с вами сейчас, да, пока-пока. Да, все, свидания.